Рауна, река Рауна, Раунас-Табуракс. Сегодня, когда говорят о Рауне, есть необходимость уточнять, имеется ли в виду речка Рауна, впадающая в Гаулю, или населенный пункт с таким названием. Столетием раньше в этом отношении было проще. Реку официально называли Роной, а замок на высоком холме – Роненбургом. Замок в Рауне – это отдельная тема, а сейчас речь пойдет о самой реке. Вернее, даже не о всей реке, извивающейся самым поразительным образом, а о чуде природы, известном как Раунас-Табуракс. Река Стабуракс, как и река Гауя, в которую она впадает, прорезает известняк. Очень часто попадаются высокие берега, отвесные, на котором местные жители и туристы оставили свои значки. Но не это самое интересное, а интересен Раунас-Табуракс. Раунас-Табуракс находится на правом склоне долины реки Раунас, на 800 метров выше моста, по которому проходит дорога Рауна-Яун-Рауна, и примерно в 1,5 километрах от центра Рауны. Это место обозначено практически во всех путеводителях, в городе и на подъезде к городу очень много указателей, так что очень трудно не найти это место. Необычность Раунского Стабурага в том, что, глядя на этот холм, кажется, что небольшие струйки буквально сочатся из камня. Это единственный природный объект такого рода в современной Латвии. Рассказывают, что Раунас-Табуракс отдаленно напоминает затопленный при строительстве ГЭС Даугавский Стабуракс. Разумеется, быть в Рауне и не побывать у Раунского Стабурага невозможно. Вот поэтому и мы там обязательно сейчас побываем. Раунас-Табуракс представляет собой холм туфового известняка, размеры которого по справочникам различным и путеводителям достаточно трудно определить. Где-то пишут про высоту в разных местах этого объекта от 80 см до 2,5 метров при ширине в 13 метров, а где-то высоту определяют в 3,5 метра при ширине в 17 метров. И вот попробуй пойди проверь, если Раунас-Табуракс это объект, охраняемый государством, на который категорически запрещено подниматься. Рядом стоять, пожалуйста, а вот наверх не-не. Дабы не потревожить редкий мох, дабы этот объект не пропал, не исчез, не превратился в обычный холм, каких в окрестностях достаточно много. Умиротворяющее журчание воды и непривычная картинка настраивают на то, что японцы называют созерцанием. Вот привозят туристов на гору Фудзи, заставляют последнюю дистанцию обязательно пройти пешком, а потом длительное созерцание. Давайте и мы почувствуем себя японцами, спустимся к Раунскому Стабурагу по лесенкам, проложенным по склону холма, и до конца этого видео займемся молчаливым созерцанием.